Москва и Баку за минувший год достигли значимых результатов в сотрудничестве. Об этом заявил на брифинге чрезвычайный и полномоченный посол России в Азербайджане Михаил Бочарников. По словам дипломата, товарооборот между странами за прошлый год составил почти 3 миллиарда долларов, а накопленный объем российских инвестиций в Азербайджан превысил 4 миллиарда долларов. Сказал посол и о новом формате сотрудничества 3 плюс 3. Его инициатор – президент Ильхам Алиев. На чем мы, как Россия, делаем упор, что ли, в планах по дальнейшему поддержанию этого формата? Значит, мы считаем, что этот формат может заняться мерами повышения доверия, взаимодействием в торгово-экономической, транспортной, культурно-гуманитарной областях, в противодействии общим вызовам и угрозам. Также посол отметил, что между странами растут пассажирские авиаперевозки на фоне закрытых сухопутных границ.